Мы все очень разные. У нас у всех совершенно разная судьба и разный репертуар, и все. Выбери меня. Меня. У нас девушка на выдане. Тарадарадан, тарадан, тарадарам. Чтобы он был очень свободный. О, свободный, брутальный, без вокальной школы. Так это я. Круто! Все время хочется сказать. Ничего не рекомендую говорить нам всем вчетвером, потому что, ну, это фиг ли говорить, когда нефига говорить. Я готов на все. Нет, я совершенно не обижаюсь, просто я очень... Милая, я просто должна это знать. Снимайте, снимайте, товарищи, снимайте. Это ваши штучки, дрючки, давайте. Нам нужна пауза. Стоп! Ты меня сейчас сыграл. Сейчас, секундочку, буквально. Не реви, не реву. Кому говорю, не реви. Я больше не хочу сидеть в жюри никогда. Очень страшно сделать ошибку. Нас позвали, оказывается, сделать из нас идиотов. Ребят, ну что вы делаете, а? Нет, к Ивану за... передом, к лесу задом. Нет, к Ивану передом, к лесу задом. Это звери, это не люди, понимаешь? Это марионетки, марионетки просто. Пойдем, моя хорошая. Снова началось. Это невероятное ощущение. Стоп! Клиника неврозов ждет нас. Прям этаж надо снять. А что вы все не поворачиваете? Ага, боитесь. Он угрожал. Плохими словами. Не терять нечего. Глаза закрыты. Мне просто интересно, 22 года, 23? 24. Понятно. Сколько вам лет? 32. Я преподаю в университете. Так оно я и понял. А какой предмет? Философские науки. Опа. Так я и знал. Знаете, как зовут ее, Александр? Не знаю, как зовут, но я это и так знал. Если вам еще 26 лет или 25, то я угадал. Меньше? Нет, 21. Ну, не важно. Сколько лет? 24? 29. Да ладно. 24? 8. Не надо нас обманывать. 24, да? Мне? 31. Рентген ломается. Я вообще уничтожу после этого сезона кресло. А что мы можем сделать? Какие у нас варианты? Выбрала, выбрала меня? Да, да, да. Это прямо мой. Авчия на команде, Авчия. Вылезает там, да не надо, она уходит. Просто вот. Грамотная. Какая это ответственность, мама, 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 мама. Забери меня отсюда. Я не женщина, я наставник. Я моя, 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 моя. Пелагея. Да ладно. Ух, у меня расстегнулось платье, понимаете? Застегнуть? Нет, я сама. Пойду я отсюда нахрен. Ну уж нет. Взбодрила. Очень печальное произведение получилось. Там-дам, хрязь, парам-бам. Пам-пам, хрязь, панай-нам. Леонид, там все в порядке? Просто нам скажите. Мы избалованные коты. Ничего. Да подождите вы, ребят, не мешай. Не могу сказать. Ничего ужасного. Молчат! Друзья, я поздравляю всех. 703-й голос начался. Ясно, что нет. Будет классно. Иди на живот, на кулак иди. Да? Так поешь? На кулак? На кулак. Я жене кулак подставляю. Как бы сказал
Александр Борисович. Я обалдеваю, да. Мы настолько обнаглели к третьему сезону, что позволяем себе такие вольности. Ноты красивые и ласкают ушные раковины. Вы знаете, много лет назад я играл на барабане. Спасибо. Спасибо. Александр Борисович. Все надо. Александр Борисович. Что вы хотите? Не переключайтесь. Ты стоп, сволочь. Переключайся, что ли? Может, нельзя было набрать в наставник людей постарше? Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат. Когда будет поворачиваться Пелагея, я поворачиваться не буду. Нравишься ты мужчинам, Поля? Да нет. Потому что нельзя быть красивой такой. Та-да-та-да-та-да-та-да-та. Выбирайте меня. Пожалуйста, пойдемте ко мне в команду, я настоятельно вас прошу. Выбирайте, пожалуйста, из нас двоих меня. Пойдем, мы будем плясать с тобой. Это просто за предел. И пошли, пошли. Давай. Пелагея, я пойду. Победный танец морских котиков. Ох уж эта гречка. Я давно не ел гречку, может, поможет. А вот видишь, тебе тоже для танца играют музыку, а? Я милого узнаю по походке. Ботиночки он носит на ремонте. И она играет. Жесты-то какие верные жесты. Я милого узнаю по походке. Да-да-да-да-да-да-да-да. Слово предоставляется начальнику транспортного цеха. Я бы не сидел бы здесь бы, если бы я не портил всю картину. Какой я гадкий, но отвратительный вопрос. Александр Борисович, включите тумблер доброты. Сейчас сделаю. Я такой деспот. Ой, а мы-то тебя таким не знаем. Хотели? Получите. Может быть, дуэтик? Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной.